Ну что, народ, всем здорово. Продолжаем наше приключение в черной мессе. Блин, я слушаю тебя, я народ, что у меня опять с горлом. На новом мониторе кайфую, конечно, играть по сравнению со своим даже большим 4К телеком. Может, из-за того, что здесь... Сколько на 100 Гц, из-за этого прям пришла картинка глазу. Yes, you can. We're almost there. No, I can feel it. Вот ничего вообще тормознули, что вот Дэнни как раз таки хреново. Мы уже практически в финале, мы сейчас идем за антидотом. Тут я, как понимаю, остается буквально парочку финальных локаций и босс. Ну что ж, я могу вам сказать. Покачаться, да, что у меня с горлом, вот, не поверите, вот, весь день нормально разговаривал, только включил стрим, и все, теперь сиплю сразу, сиплю. Сиплота. Погнали, короче. О! А вот и прокачка. Здорово, пацаны. О, опять сейвили, отлично. Хотя не отлично, лучше бы сейвил после прокачки, блин. Я сейчас сдохну. Все по новой. Так, 750, 100, 1000. О, у нас 3900. У нас 3900. Что мы можем вкачать? Кстати, по поводу пистолета. Блин, все вкладки вкачаны, ачивку не дали. Отстой. Скорость дубинки. 2700. Не знаю. Перчатка. Возможно. Сорян, прокашлялся. Перчатка, блин, не знаю. Только ради двухголовых, которых так много стало. Не факт, что смогу его поднять. Парящие пули, ну что такое? Самонаводящиеся пули? О, это скунс. Так, нас интересует полицейский дробовик. Неплохо. Так, она этого не хватит ни хрена, а? Устойчивость. Самоводящиеся пули. Наверное, предполагаю, что нужно... Так, стоп. Взять дробовик. Это точно полицейский? Полицейский. Все вкачали. Короче, вот это мы не вкачали. Ну, давайте. Я просто больше так не знаю, куда это. Вот здесь пригодится. Так, у нас остается 1200. Че у нас там вообще по патронажу? Дробовик. Три обоймы. Здесь нормас. Две хилки есть. Ячейки пустые, да? У нас остается чё? А что ты? А, 1200. На 1200 можем. Типа перчатку прокачать. Ну, как вариант. Давайте, наверное, чем больше ничего не можем, да? Емкость магазина. Ну, тоже вопрос, блин, против двухголова этот пистолет ни хера не сделал, у него урон маленький оказался. Тогда я, наверное, все-таки за перчатку, потому что это тоже такая вещь. Энергоемкость. Ну, давай. Все, красавчик, молодец, валим отсюда. Ой, перепутал кнопки. Вместо быстрого бега назад. О, что такое? Хилка. Слушай, сейчас что-то будет.
Сейчас что-то будет, а что будет, я не... Забрать. Чё? Фул хп, а тут еще хилка должна... А, не сюда, да? The greater risk is in failing to act, especially when the commonality is finally within our grasp. And right on. Финал-то похоже, что а что-то у меня 81% прохождения всего. The survivor. А что, здесь три атомаски? Where's the alpha? Just give me the goddamn antidote. I'm not gonna let her die. Your friend. I've been watching you. You and your so-called friend. You're not the innocent you claim to be. You've proven that you'll do just about anything to ensure your own survival. The survivor! He is the Sagittarius! And what about you, huh? Watching people die for fun, is that your protocol? No. You are mistaken, Mr. Lee. The protocol isn't about death. It's about life. Our future lies out there. Our destiny. But we were not built for life. This fragile shell holds us back. We have to evolve. We are to survive. And now, you'll all see why. Proof that my methods are worth the risk. Final contact. Блин, а чё, сейчас реально финальный бой будет? Я чё-то такого не ожидал. Humanity. Хера здоровый ты стал. Реально здоровый. Стрёмный, конечно, здоровый. Чувак, ты с таким лицом ни одна тёлка не даст. Блин, как сражаться-то вообще? Не, какая вышла. Очень разобрал. Какая система оказалась? Да, а чё, зря патроны тратил. Ой-ой-ой-ой. Фух. Сколько хп было? Непонятно ни хера. Слушай, ребята, с воротом это, конечно, вещь. Никакой тебе пост не страшный. Че, я патроны давали больше? Сколько можно, чувак, отстань. Фу, это значит, что я что-то меня дамажил, типа, или чё? Нет. Какой ты жгучий, а? Так, я лучше потрачу время на перезарядку. Ой-ой-ой. Вторая фаза пошла. Ребята, я к бабушке ушел, я к дедушке ушел. Колобок мутировал.
Оба, блин. Реально вторая фаза, блядь. Твою мать, мы побегаем, она сразу... Стрельно, пускай сразу босса. Вот. Вот тебе и эволюция. Как теперь? Как тебе с такой хуйней и наоборот, а? Как мне скажут? Блядь, я даже не знаю, что теперь делать. Ой-ой-ой-ой-ой. Оу. Мне кажется. Я еще могу от него уворачиваться, да? Знаешь, что? Нахуй я этот стики снял? Блядь. Блять. Нет, не будет сюда. Так. Твою мать, не пизда, короче, да. Ты что, за руки сейчас все пизда. Ты что ты так сидишь? Ай, это такое что не думал, она откладывает из колбы, что ли, стрелять или чего? Да, как я только говна уворачиваться? Ой-ой-ой. А я могу от него убегать? Тебе неплохо. Я не вернусь, да?
Кстати, всякая дрона раскидана, а я не видел. Нихуя себе, сказал я себе. Опять же, мост на тоненького получился. Я думал, я сдохну, потому что его больше не было, у меня тычка оставалась. Но я эту тычку ему сделал. An imperfect vessel. But in that sample is the key to unlocking a centuries-old dream. That's not failure, Mr. Это прорыв. That's progress. На дно. And it belongs to me. No, I don't think so. Please. This is no time for false heroics. Leave the sample and walk away. There's an escape pod up there. Охуя, хитрый. Take you back to the life you once had. Не, чувак, слишком все просто у тебя получается. А если капсула ведет меня, блядь, на солнце, чтобы я жжёг все жопу. О, это еще и голограмма была. А мне вот только, знаете, что интересно, почему Альфа Вилика здорова, почему с него еще образцов не набрать, а? О, самоуничтожение. I do hope you've enjoyed your stay at Black Iron. Так. Подожди, чувак. Уже не спеши, у нас нет отчета. Нам усилочку найти. Да вообще, в принципе, вот уже неплохо. Что это за кнопки-то были, блядь? Они не резабельные, да? Бля, это столько ништяков было. Не, я просто не знаю, что нас будет дальше ждать. Я поэтому за то, чтобы, блядь, пока есть возможность. Вот шаманить себе, блядь, боеприпасы, хп. Уже хп у нас зелененьким горит, вызвали патроны, перезарядка, хп. Так, а вон там еще где-то лежит. Тут, я думаю, на финалке уже нет смысла беречь патроны. Блядь, это... Гандос это высоко, это что-то ставит. Так, что, куда нам идти? А, вот сюда, все. Стоп. Оказалось. Ладно, в принципе, я доволен. У нас хп есть, патроны есть. Не боюсь где-то, братан, там мало. А я что-то не понял. Ну, разве не сюда проход открыл? Что там пишут-то? Бежать к аварийным капсулам. Где они? Я ебло, что ли? Я что-то ребята не догоняю. Слушай, ну чувак прям хорошо, я даже бег не жму, он прям быстро бегает. О, проход говорил. А, это два прохода говорил, кажется. Что бы вы сказали данным товарищам в данной ситуации? Беги, сын, беги, он сам бежит? Нет, я беги. Беги,
сука! Куда она что-то уворачивается, интересно? Где наша Дэнни-то вообще? Я не вижу. Если придет, где она? Ха-ха-ха, блядь, чувак. Мы за то, что лутали мод. Дэнни нас не ждет, а я говорю, бить ты, сука, беги, да? Все. Капсула типа одна. Жалко, конечно. Только боролись, чтобы выбраться отсюда. Ой, бля. Еба. Data transfer complete. That transfer worked both ways. He learned more about me, and I learned more about him. Я думал, ты задел на вторую часть, но раз там самоуничтожение, нам вряд ли выживет. Да, умер все-таки, да. Was he trying to make up for the pain he caused, or just chasing some kind of redemption? Either way, I hope he found some peace. Блять, жалко чувака, он прям проклятый реально. Ну. Мне интересно, это девка, это в итоге, о, он еще живой. А девка это в итоге типа супер альфа стала или че? Или просто мы ее спасли от мутации или как? Блин, интересно, что дальше будет. Джейкоб, there might be a way out after all. Опа. But I'm going to need your help. Опачки. Этот хуй живой. Подождите, он же в альфе во второй стадии был. Я же разгандошил его, нет? А, все, конец. Ну, это похоже, что он забил на вторую часть, ребята. Ачивку. Мне здесь самое место. Золото дали. Сейчас, секунду, ребят. Пройдите игру на любой сложности. Заебись. Опустите. Ну, не, нахуй. Я тут-то прикурил. Ну, что я могу сказать? Что, так, загружаем контент. Это что? Хуя не найдено, понятно. Игра плюс, новый опыт. А. Опция обучения автора. Ну чё, короткий стрим получился. Я просто реально не ждал. Ну-ка, секунду. Слушайте, обычно, когда проходишь игру на Соньке, в менюшке показан процент именно игрового сюжета. То есть, когда дошел до 100%, ты прошел игру, не считая там доп-миссии, всякой хуйни, ачивок. У меня сейчас 87. Поэтому вчера, когда я тормознулся на 81%, я думал, ну блин, еще вечера два так точно побегаем. А тут нихуя как оказалось, сразу финалка, сразу битва с боссом. В принципе, сюжет игры интересный. Задумка интересная, графика шикарная. Но, блядь, лифты, коридоры, однообразие вот это задрачивает. Если в игре дать больше каких-то фишечек, не знаю, там, даже не то, что врагов, вот именно какой-то момент это заебывает, вот там началось, когда в голову на метро кому-то поехали, начала игра как бы разгоняться, стало интересно. А потом вот сейчас боссом дрались, тоже так, такая как бы опыт интересный, прикольный, по снегу шарились, а вот это, блядь, пол игры ты идешь по одному коридору на лифт, по другому коридору на лифт. Активировал аккумулятор, чтобы открыть дверь. Появились мобы, убил их еще. Блядь, пошел нахуй на следующий лифт. Потом опять в коридор. Короче,
Вот это заебало реально. Но игра прикольная. Не знаю. Поставим ей 4 с минусом, короче. Всем пока. Я пошел смотреть мультики. Что дальше стримить будем, пока не знаю. Может, что прикуплю. Нового мы сейчас Спайдермена купили. Может, Alan Wake 2. Ну, блин, чтобы 2 играть, нужно 1 пройти, кстати, как вариант. Может, в Alan Wake поиграем первую часть, по вторую. Диабло. Хуй, Диабло Гриндилка, или как это называется, дрочили, я, блядь, неохота. Неохота что-то покупать ее 4-й части. Я сейчас купил себе коврик. Была бы вебка, показал вам. Сейчас какая-то акция невиданной щедрости идет. Коврик Диабло 2. 45 на 90. На полстола даже больше. Красота, короче. Потом покажу. Ладно, все. Давайте, всем пока.